Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3 вместе с Эбби. И она мне сейчас собралась пойти поплавать. Я не знаю, она почему-то очень-очень любит плавать теперь. Так, давайте отсюда выйду. Так, я хочу сегодня... 8 часов утра! Ой, сейчас утро. Ну, я не знаю, как она хочет плавать, если тут просто зима. Ладно, давайте. Раз она хочет, пусть идет. Мы ее не будем останавливать. Плюс у нее любовь к природе. Может быть, поэтому она хочет быть моржом? Я не знаю. Бежим, бежим. Давайте побыстрее. Я думаю, тут далеко бежать, да? Ну как далеко? Так себе. Слишком много газет. Хорошо. Ну чё? О, вы представляете? Зима. Зимой. Вот плавает она. Ну ты даешь. Я сейчас фоткаю прям. Тут надо было спереди, наверное, фоткать, а не сзади. Мне повышается навык. Мне кажется, ей нравится, поэтому... Ой, там что-то плескается прям. Эбби, как тебе нравится? Не знаю, мне бы не понравилось, если честно. Что-то у меня все квадратненькое. Ну, Sims 3, это нормально. Опять мне здесь... Ну, ей нравится, да, ей нравится плавать в холодной воде. Так, мне кажется, мы сейчас отправимся в кафе, в котором мы были когда-то. Я хочу немножко подкрепиться чего-нибудь. Так, сейчас вот кафе Бьорна вроде бы вместе с кем-то можно... О, давайте возьмем его или нет? Да, я чуть-чуть не знаю. Ну, ладно, давайте возьмем. И Фьор давайте возьмем. Мы же друзья, почему бы вместе не отправиться? Тем более, может быть, они не смогут, если они работают. Что за фигня тут такая? Ого, какие камни. Так, вернемся к ней. Сегодня, кстати, полнолуние будет. Или есть? Есть. Ой, смотрите, какая рыба. Фу, выглядит ужасно, если честно. Эбби, давай вылази. Я, конечно, понимаю, что тебе очень жарко зимой. И ты ходишь не вообще в футболке, в шортах. Но, по-моему, это слишком. Поэтому, да, сейчас исправим наши потребности. Пообщаемся немножко и пойдем посмотрим, чем мы можем заняться. Ну да, смотрите, ей вообще не холодно. Еды у нас, в принципе, много. Но зима есть зима. Поэтому... Не знаю, как у нас что получится. Здесь мы сидим с кем-то. А, это фьорд. Ой, здорово-то как. Все вместе. А, мы в купальнике. Мы в купальнике. Ужас. Мне аж прям самой холодно, когда думаю, что она в купальнике зимой. И она еще и купалась. Ужас. Так, все, прибыли мы. Давайте я с ними сразу немножко пообщаюсь. Ой. Это что? Спасибо, что ты меня напугала до смерти, стена. Так, давайте пообщаемся с Джоуи, мы пригласили на свидание. Я не помню, у нас свидание, да, по-моему, было в тот раз? Или я просто нажимала? По-моему, было свидание. Да, свидание, все, вспомнила. Давайте, что мы сделаем? Сплетничать, например. И давайте сделаем что-нибудь... Я не знаю, у нас было вообще такое? Ладно, давайте пока вот так. И с Фьор тоже пообщаемся, дружелюбно. Восхищаться природой. Смешно рассказать забавную историю. Да, и нам не забыть перекусить и все такое. И вообще нужно переодеться. Ребят, вы чё, холодрыга такая, вы голые ходите. Местечко очень классное, мы здесь были уже. Холодильник здесь есть. Так что, вообще супер, супер. Джоуи, пожалуйста, иди ко мне, мы сейчас будем с тобой разговаривать. Вот в этом плане, конечно, Sims 4 рулит. То, что, не знаю, как-то симы такие эмоциональные, могут... разговаривать. Ну, как раз... Ну, понятно, здесь тоже можем разговаривать, но просто как-то там все. Как говорится, третий лишнего. Придется спавить обороты, если хотите собрать постоянную компанию. Согласны? Чего? Не знаю, о чем вы, ребят. Смотрите, какая Эбби худенькая, потому что мы ничего не едим. О, боже. Я сейчас реально испугалась. Я сейчас пофоткаю немножко. Так, мне надо немножко... Ой, да вы ж мои молодцы, да вы ж мои красавцы. Все, мы пошли к Фьорд. Сейчас я найду ее. Она очень красивая, кстати, есть. Честно, не знаю, что она такая уж красивая, прям, ну, прям. Красочек. И глаза такие, знаете, растекшиеся. Так, давайте мы потом вернемся к Джоуи, чтобы он там... Он пошел книжку читать. Ладно, пока он читает книжку. А что она хочет? Покататься на коньках по... Так, ну у нас здесь нет никакого пруда.
чтобы кататься, поэтому вряд ли получится. Поэтому давайте мы, во-первых, поедим. Я думаю, мы съедим тост с джемом и... Так, что по... Тёпленькое. Сок давайте выпьем, потому что зима, я не хочу, чтобы он ел мороженое зимой, потому что может заболеть. А нам это ни к чему, потому что у нас нет денег, чтобы лечиться. Кстати, фьорд, правда, очень-очень красивая. Красивая, сейчас вам покажу. Да, тут я не очень удачно. Сейчас я развернусь. Ну, фьорд не поднимает голову, но она, правда, очень красивая. Так, ладно. Она мне решила почитать. Все решили почитать почему-то. А мы решили пожрать. Мы что, пришли сюда? Пожрать пришли. Не знаю, где есть женский, где мужской. Сейчас мы узнаем, я и тут нажму и посмотрим. Так, здесь нету душа, но мы вымоем руки везде. Посмотрим, где мне удастся. Так, бодрость и досуг. Ну, досуг, сейчас мы пообщаемся с Джоуи. Он такой в костюмчике, всегда красивый. Я вот не помню только, у нас было что-то там... Ладно, короче, сейчас посмотрим. Я хочу сделать... дать обещание... Держать за руки. А, все, у нас полное. Чё, а где Анна? Помыть посуду решила. Ну ладно. О, господи! Это что, здесь что, нету? На террасе! Ты что, серьезно? Тебе не холодно? Тебе не холодно? Ей не холодно. Ужас. Все, мы бежим в туалет. Сейчас я узнаю. Так, все, я поняла. Значит, здесь женский. Замечательно, поэтому мы вот это убираем. Так, что я еще хотела сделать? Сейчас посмотрю. Так, хвалить характер. И что еще? Хвалить внешний вид. И потом я сделаю... Не туда зашла. Сделаю вот так. Посмотрим. Сломала она. Она вечно что-то ломает, кстати. Не знаю, у нее какая-то напасть, что мы вечно что-то ломаем. Постоянно просто. А он такой сидит. Извините, мне пора, иначе могу опоздать на работу. А вы здорово умеете веселиться в компании. Обязательно пригласите меня. Сейчас, серьезно. Она просто читала книги. Ты не хочешь переодеться? Я хочу, чтобы переодеться. Кто-то нам звонит. Кто нам может звонить, серьезно? Не знаю, потому что почти нет вообще никаких друзей. О, у нас переедание, я что-то не заметила. Ну, ничего страшного. Джоуи, пожалуйста, встань. Что такое? О, они даже так разговаривают через километр. У нас странный купальник. Я хотела, чтобы вы вместе тут встали. Я бы тут зафоткала там. Видео сняла. Вы как эти. Так, ну подходит она. Давайте посмотрим, где покрасивее вид у нас. О, ну вот, в принципе, сойдет, но они, блин, задом как бы стоят. Ну, блин, короче, так не получается у меня. Ладно, на фоне туалетов будем стоять. Давайте, наверное, включу стены. Да, и меня выкинуло на улицу. Спасибочки. Вот, да что тут, блин, ё-моё. Господи, что у него такое черное тут торчит? Смотрите, вот здесь. Странота. Да ё-моё, ничего у меня не получается. Блин. Все. Окей, нормально. Ой, да вы мои дорогие. О, у него такой нос. Большой. Давайте дальше. Что там я еще делаю, уж не помню, честно. Пара мы теперь, отлично. Наконец-то, ура. Ну что, дальше что-нибудь. Что я там еще делал, я не помню. А, хвалить внешний вид, хвалить там то все, что-то там. Ой, да вы мои молодцы. Я просто папарацци здесь. Так, давайте вот это уберу. Что мы еще можем сделать? Давайте, что она хочет? Провести отличное свидание. Снова у нас свидание, хотя у нас просто как бы... Вот мы никак не можем стать лучшими друзьями. Не знаю, что для этого нужно сделать. Ой, давайте посмотрим, есть ли здесь такое действие. Ну, давайте мы пообщаемся просто. Сплетничать, конечно же. Поделиться секретом. А что там попросить стать соседом по комнате? Не, не надо такого. Романтично. Давайте вот это сделаем. Что мы еще не делали?
Давайте, в общем, сделаем то, что мы не делали. Там посмотрим. Может, что-нибудь новенькое появится, надеюсь. Так. Вот так сделаем. Массажик. А все полное. Ну, и здесь мы так общаются, миленько. Ой-ой-ой. Блин, мне хочется прям переодеть скорее. Давайте подарим цветы, что ли? Так, что еще? Здесь ничего нового не прибавляется, увы. Ладно, давайте мы немножко еще пофоткаем, поснимаем. Схватил прям. Схватил. Массажик, массажик. Спасибо, что так встали, мне ничего не видать. Но крутить я не хочу, потому что потом назад нормально не поставлю. Хотя они сейчас могут сами переставиться, так скажем, перейти на другое место. Ой, давайте побыстрее сделаем. Тут что, ничего интересного. О, боже мой! Ой-ой-ой, вот позор так. Да вы мои молодцы, такие хорошенькие. Так, давайте посмотреть, что интересное есть. Ну, давайте вот так нажмем. Вот, предложить встречаться. О! Фу, плюс, я думаю, минусы будут. Ты чё? Ты чё? Все, наконец-то. Наконец-то. Моя любимая музыка. Так, что еще тут есть? Давайте смотреть. Вот, давайте быстрее что-нибудь делать, потому что сейчас может уйти просто. Так, 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 что-то видео новое. Ой, а что-то я уже не вижу ничего. После того, как мы сделали встречаться, больше ничего нет интересного. О, это папарацци пришли. Давно я вас не видала. Блин, полнолуние, это плохо. Это нехорошо, нехорошо. Вот другое. Вот, наконец-то вижу что-то интересное и что-то новенькое. Давайте вот так сделаем. И чё? На звезды будем смотреть? Нет, ладно, не будем. Мы ещё смотреть. Записывает, записывает. Я хочу вот прям заснять вот это вот, как она записывает там. Вообще наглый. Блин, у меня не очень получается. Ладно, просто с фоткой. Или давай, давайте нажмем. Вот ты гадюка. Уходи отсюда. Посмотрите, какая замечательная пара. Так, ладно, все, хватит наблюдать. О, у нее есть прекрасный мудлет. Она хочет подраться подушками. А тут что такое? Вручить подарок? А что нам дарить-то? Где мы возьмем подарок? Вручить подарок давайте сделаем. Я не знаю, алмаз давайте вручим, потому что, в принципе... Та-дам, да, это тебе, это тебе. А мы спать, кстати, уже хотим. Какой красивый подарок. Пожалуйста, вы же нам все равно это не нужно. Так, ну что тут еще интересного? Он куда-то пошел. Копание в контейнере для мусора? А, это, фу, блин, я думаю, да он пошел. Посмотрите, как у нас красиво. А мы пошли копаться в контейнере, хотя я и не делала просто. Ну, ребят, мы столько живем на улице, поэтому, ну, это, мне кажется, нормальное дело, что она так делает сейчас. Надеюсь, свидание будет нормально. Кстати, ты молодец, сломала все и пошла. Молодчина. Молодчина, пятерка с плюсом. Не первый раз, кстати, уже. Ой, главное, чтобы он этого не заметил. Потому что я считаю, что это ужасно. Давайте я тоже сниму это. Как она здесь копается. Потому что это... Это нехорошо, ребят. Это нехорошо. Давайте посмотрим, что он найдет. Сделаю побыстрее. Здесь ничего совершенно интересного нет. А вот здесь вот по... Ёкалэмэне. Бежим отсюда, бежим. Скорее иди сюда. Ой-ой-ой, атака. Атака. Так, папарацци. Блин, я даже не знаю, куда мне теперь деться, потому что... Атакуют кругом. Гигиена у меня теперь классная. Спасибо, Джессика. Ты такая молодец. А Джоуи что, ушел? Вот он ходит, да? Давайте мы... Нет, вот это не надо. Как-то здесь было нормально. Что-то я не вижу теперь ничего нормального. Я бы хотела, чтобы мы сейчас закончили свидание. Потому что я пойду поупражняюсь, как раз там помоюсь. А здесь потому что... Здесь просто нереально хотелось посмотреть на вот этих... Чудовищ!
Они еще позапирались прямо сюда. Это жесть. Господи, ужас. Да, сейчас попробуем. Там что-то было... Ну что-то, блин, купальники. Тебе что, жарко, что ли? Я не пойму. Ой, ужас. Он в куртке, она в купальнике. Смотрите, какие мы худенькие. Мы вообще не толстим. Потому что мы на сыроедении. Так, вот, вот это я хотела вот так вот сделать. А что здесь такое? Выпросить немного денег, да, думаю, потом мы сделаем. Ну что, было хорошее свидание? Идет на третье свидание. Отлично. Кто бы мог... Да, опять у меня отличное свидание получилось. Было просто здорово. Спасибо, что вытащили меня. Окей, теперь мне нужно идти в спортзал. Мой любимый, все черное такое. А что это такое? Отличное свидание. Так, мы ищем спортзал. Вот очень тяжело найти, когда... Здесь, я так понимаю, должны быть... Да. Единороги. Как всегда. Но я думаю, мы не пойдем, потому что, смотрите, погода ужасная. И не хочу ее туда тащить. Поэтому мы отправляемся вот сюда, пока она там не успела. Что тут она хочет? Отправиться на свидание снова. Потом куда-нибудь отправимся, конечно, но, думаю, на сегодня хватит. И так одни свидания, нам нужно как-то это бомжевать дальше, короче говоря. Ой, сейчас, подожди, дорогая. Да, иди в душ, ты правильно все поняла. Иди в душик. И нам... Так, это бассейн. Это не тренажерный зал, а нам нужен еще тренажерный зал, чтобы исполнить наше задание. Папарацци снова пришел, который, по-моему, мы украли одежду, если вы помните, в какой-то серии. Блин, просто не хочу сейчас куда-то идти, потому что очень плохая погода у нас. Очень плохая погода. Поэтому, я не знаю, давайте мы немножко поспим. Вот, естественно, нужда у нас еще хромает тоже сейчас. Ее исправим. Здесь туалет, по-моему. Нет, не здесь. Что такое? Высушить. А зачем нам с ней говорить? Так, в туалет, по-моему, вот этот туалет, я уже даже помню. Холодный душ. Ну, ничего ж поделать, что ж поделать. Все, идем поспим на этих диванчиках. Потому что не хочу ее на улицу выгонять, потому что вообще слишком. Вот, короче, мы здесь поспим. Посмотрите на эту погоду. Это просто какая-то жесть. Через два дня настанет снежный денек. Отлично, просто здесь нет как бы таких этих, как сказать, площадей, на которых можно отправить, на которые можно отправиться, чтобы отпраздновать. Поэтому, в принципе, что здесь снежный денек, что не снежный. А тут я смотрю, прям дофига животных. И что это бежит? И тут что-то... А это что такое? Цветочек под березовик. А это кто? Енотик. Ой, она у меня грустная какая-то вообще. Вот так вот мы здесь спим, ребят. Ну, что поделать? Приходится выживать. Папарацци ходят. Спасибо, что здесь стало. А мы здесь вот так вот дремлем. Сделаем побыстрее, пусть спит. Папарацци, вы меня задолбали. Хватит меня. О, боже мой. Это выглядит очень странно, как в фильме ужасов. Я лучше выйду из этого режима, стало еще хуже. Господи, чё вы меня пугаете? Еще мы спим побольше, потому что нам надо побольше спать. Потому что у нас еще есть кое-какие делишки на сегодня. Так что да, ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, поэтому поставьте палец вверх. И да, я надеюсь, что вы рады за Эбби. И всем пока!